Я Мамутова Зарема Рифатовна, мама Мамутова Энвера, который родился 28 августа 1975 года. Он у меня один, рос хорошим мальчиком, добрым, отзывчивым. Очень любил с детства животных. У нас очень много было разных животных, и кошечки, и собачки, и змеи, и белка, и свинка, и хомячки, и рыбки. Любил животных. Также я его приучала с детства любить людей, относиться по-доброму к людям. И был добрый, отзывчивый, веселый парень. Он всегда старался всем помогать. Все его и родственники любили, и как-то и соседи хорошо относились. Когда он подрос, он стал мне объяснять, также узнав сам, стал объяснять ислам, какой он есть. Он узнал от людей тоже, каким должен быть мусульманин. И что интересно, он хоть и младше меня, но мне было его интересно слушать. Я смотрела на его поступки, как он поступал, правильно ли, нет ли. Я всегда оценивала вот его взгляды на жизнь. Он каждую пятницу, вот когда возвращался после джума намаза, все время руки мне целовал и детям говорил: «Посмотрите, как я люблю свою маму, любите и вы также маму». И он был примером для детей. Но сейчас его нет, и нам очень его не хватает. Очень тоскливо, очень мы его ждем. Никогда он меня не называл тещей. Всегда говорил очень приятные слова и всегда с людьми был в обществе очень таким общительным, приятным. Все байрамы проводились с его участием. Всегда и везде он был в первых рядах. Организовывали, собирались, за всем этим следили. Никогда не оставляли за собой никакого мусора. Это было так организовано хорошо, альхамдулилля. В тюрьмах сидят все ребята, которые, опять-таки, незаслуженно сидят. Хорошие отцы. И у всех дети, у всех семьи не пьют, не гуляют. Стараются жить по законам Всевышнего. Альхамдулилля, у меня зять очень хороший. Я ничего не могу сказать о нем плохого. Только хорошее, альхамдулилля. Уже третий год, как моего сына забрали в тюрьму, незаслуженно. Потому что мы все уверены, все знаем, что он ни в чем не виноват. Он, потому что он очень добрый. Он не собирался никому плохого делать. И уже вот третий год он сидит. Мы все его ждем. И дети, и две мамы ждем, и жена, соседи. Мы все делаем дуа, мы просим Всевышнего вернуть наших детей. Есть еще одно стечение обстоятельств. Не только Энвер, но и моя дочь родились 28 августа. Альхамдулилля, мы этому были удивлены и очень приятно удивлены, хочу сказать. Сегодня ваш день рождения, в этот день хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Мы по нему очень сильно скучаем, как наша опора. Баба Аллах сана савлуг берсин. Намазларыны кабул этсин. Сабр, такат, куч ве кудрет. Аллаха этим иманет. Баба, хайло яшалсин. Біз сені беклейміз, мен сені бек сағындым. Энвер Балам, я тебя очень поздравляю с твоим днем рождения. Без тебя нам очень тяжело.
Ну, пожелаю тебе, конечно же, сабра. Иншаллах, все будет хорошо, по воле Аллаха. Мы ждем тебя, дети скучают, и мы скучаем. Дай Аллах, чтобы это было в скором времени, чтобы мы все объединились, и наша радость была в 10 раз больше. Иншаллах. Баба хайрлы яшлар улсун. Тезде эвге кайт. Энвер, хайрлы яшлар улсун. Желаем тебе здоровья, сабра, стойкости. Иншаллах, эти испытания пройдут. И иншаллах, наступят те дни, когда мы все вместе объединимся, и наша семья, и мы, и дети, и все остальные смогут встретить тебя, иншаллах, обнять и порадоваться твоему освобождению.